Не считать остановки, а читать стихи. По Екатеринбургу теперь курсирует литературный трамвай. Устроить поэтические встречи решили в честь года литературы. В первый рейс сегодня отправились, слушая стихи Алексея Решетова. Да, чистой кровью пишутся стихи, и вечно словотворчество людское. Из красной начинаются строки, и красной завершается строкой. Читать произведения Алексея Решетова, которому сегодня исполнилось бы 78 лет, будут весь апрель. А сам литературный трамвай будет курсировать до конца года. Горожанам расскажут о творчестве известных уральских поэтов Бориса Рыжего, Юрия Казарина, Майи Никулиной, Андрея Санникова и других. А также познакомят с екатеринбургскими критиками и литературоведами. На экскурсиях в трамвае можно не только услышать стихи, но и взглянуть на город глазами поэтов, узнать их любимые улочки. Распознать сам литературный трамвай несложно. Он украшен баннерами и портретами писателей. Вагон будет курсировать каждую субботу. Все четыре субботы месяца – это один поэт, далее четыре субботы месяца – другой, еженедельно. Поэзия будет звучать на трамвайных рельсах города Екатеринбурга.